Вот такая у нас штука творится на Театральной площади, дом 9. Уже 10-й час. Вода из отопления льется с крыши вниз, затапливая подвальное помещение и вообще просто выливаясь наружу. Ни аварийно-спасательная служба, ни администрация по горячей линии говорят, что это не их дело. Вот так у нас ТСЖ добрый разогревает отопительные трубы, которые замерзли. Потом за это будут платить жители. Ну и, соответственно, фундамент подмоет. Здание, кстати, объект охраны там культуры, по-моему, федерального значения. Напротив у нас как раз правительство, по бокам Думы и областная администрация. Отличная история.